Рост цен на товары сегодня волнует многих жителей. Почти половина из них – импорт, который дорожает из-за повышения курса доллара и евро. Но есть и те категории продуктов, чаще всего продовольственные, цены на которые часто растут из-за желания самих продавцов использовать ситуацию в своих целях. Такие попытки, считает губернатор Кубани, нужно пресекать на корню. По его распоряжению в муниципалитетах созданы межведомственные группы для проведения мониторинга цен на социально важные продукты. С подробностями наши корреспонденты. В настоящее время действует распоряжение главы администрации Краснодарского края Александра Ткачева о стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания в Краснодарском крае. К таким продуктам относятся молоко, кефир, сметана, творог обезжиренный, масло растительное, яйцо второй категории и хлеб из муки первого сорта. На эти продукты наценку можно делать не выше 10%. Сегодня большинство мелких и средних предприятий торговли получают товар через оптовиков, которые формируют ассортимент, предоставляют отсрочку платежей и доставку. Некоторые посредники воспользовались ситуацией и решили повысить цены на продукты первой необходимости. На протяжении последних 3 месяцев в Славянском районе проводится мониторинг цен на социально значимые продукты. Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, торговли, совместно с администрацией Славянского района проверяют сельскохозяйственные рынки, гипермаркеты, супермаркеты и магазины. Наша работа нацелена на оперативное принятие мер реагирования на пресечение фактов злоупотребления со стороны недобросовестных товаропроизводителей и реализаторов продукции. В ходе работы группы выявлены факты значительного повышения цен, в частности на гречневую крупу. Вместе с тем данный рост цены обусловлен повышением цены оптовых закупщиков и товаропроизводителей. За время проверки случаев завышения цен на социально значимую продукцию не было, а торговые наценки на остальные не превышают 20-30% от закупочной стоимости. Мы соблюдаем, стараемся соблюдать, не более 10% делаем накрутку на социально значимые продукты. Молочные, хлебобулочные изделия, там есть целый перечень, товаровед этим занимается, строго следит за этими делами. Славянская межрайонная прокуратура обращается к жителям с просьбой при обнаружении фактов завышения цен на продукцию и реализации запрещенных к ввозу товаров сообщать по телефонам 40525 или 43034. Кина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».